Они. 41-я открылась! Мужик! Бля, мужика убило! Всем привет! Мы продолжаем проходить карту Некробия. Это вторая карта. Калифобия. Калифобия. Ой! Вау, ты куда пошел без меня? Я в ванну. Подъезд. Там... Я хотел в ванну там посрать. Мы домой приехали, что ли, или что? Да, походу. С больницы или откуда мы там приехали? Я уже забыл. Подожди, подожди, куда ты пошел? А, в 26-ю. А там что? Там выход? Не знаю. 23-я. Заперто. Ладно, я пошел к тебе. А 23. Ну что 23-я? Так. 26-я. Кашляй, куда ты кашлял? It got me. Don't let it get you. Okay. Он сдох. Он говорил что-то про карточку. А, взял карточку какую-то. Куда ее? Кто это был? Тыкать? А, это ты? Да я был. Куда ее тыкать? Ох, ёх ты, ничего себе. Вон туда тыкать надо карточку, идем сюда. Подожди, пошли посмотрим все двери. Ты чё, может, вы что-то еще пропустили? Так а там только 23-я, 23-я. А 24-я тоже закрыта, 25-я. Ладно, пошли. 25-я. Ты 25-й был? 25-й мы вообще-то начали серию. А, мы начали, ну ладно. Ладно, пошли туда, значит. Выход. Задолбал, тут... когда что-то беру, оно, блин, меняется. Тут есть лифт и закрытая дверь. О! Водичка, будешь водичку? Она работает, кстати. Ой, водичка, вода. Так, ладно. Чет-чет, механами. 40-я дверь, открытая. А не. Ну, 41-я открылась. Мужик! Бля, мужика убило! Ничего себе! Вот это карта, ребят. Нормально так. Стол... Прикинь, столом просто. Пришибло. Ого, песика нету. О, песика. А вот тут песик был. А, вот, или похоже что-нибудь. Например, чупакабра. Да, или, Сань, или свинюшка. Свинюшка. Сало кто-то хотел. И я просто намекаю на фильм кое-какой. Свинюшка? Отсылка. Куда? Мне кажется, нам придется в лифт. Пойдем в лифт. Там все закрыто. Поехали. Ух, ёсука. Что за эти огоньки какие-то? А, заперт. Что? Нет, они едет, ничего. Он broken. Дверь. Ломан. Так. Ключ. Они ты, окей. Ключ надо. Значит, где-то мы пропустили ключ. Может, ключ, того мужика ключ, где ключ, это? Ключ, ключ, ключ. Вот поищем. Лом где-нибудь. А у свинюшки не было ключа? А вот же, смотри, какой большой лежит. Взял. Бери, валим отсюда. Блин, Некробия 2 какая-то, блин, не сюда походу. Куда ты пошел? Вот сюда. А сюда. Я не, да, Некробия да. 2 немного поинтереснее, кстати. Куда? Вниз, вверх? Пошли, блин. Я вниз. Я разделимся. Я вверх. А тут еще ниже можно, бля. А я вверх попробую. Эх, ничего. А, опять тут. В общем, тут тут упал и закрытые двери. Понятно. Я к выходу приходил, кстати, и там закрыли двери. Понятно. Значит, нас не пускают. Да тут, по идее, наверное, сломать надо. Сука. Тут даже ломать не пришлось, скорее всего. Я там кто? Чьи-то ноги. Уже... Ноги, да. Не страшно. Это крафир, по-моему, какой-то. Очень на крафирно похоже. Ха-ха. Сука, так. Ты живой, на. А и чё тут? Есть что-нибудь? Ты издевайся. Есть. Куда без меня пошел? Да, тут вентиляция есть. Подожди. Все подлечилось. Йо! Возьми там, не знаю, кровбар. Я. Yeah. Пойдем. По трубам. По трубам города моего. Да ёп. Так, там, бери. Ты козел, а? Я тебе специально кинул. Пошел на. Поймал.
Вот сам теперь ломай ее. КП только. И смысл? Блин. Какой смысл вообще здесь находиться? Там еще выше можно. А, ну вроде лестница есть там какая-то. Ты козел, узел, спихнул меня. А, во, вентиляция есть. Моя, я специально ее делал. Ты себя видел, ты же... Даже вентиляцию уступил. Возьми ломик и разломай, а то будешь так долго. Да нормально все, сейчас пролезем. Гляньте на этого. У него дупа даже в крови. Да нормально. У тебя жопа в крови, кстати. Блин, провалилась. Сейчас. И вернулась. О. Воу. Красиво. Было. А это мы вернулись. И да. А. Опа. Что это было? Какой-то крюфир, блин. Я тебе говорю, крюфир, блин. Для воды. Терминал, терминальный отель какой-то. Живая сволочь, я ухожу отсюда. Это? Закрываем за ним двери. И куда идти? Ладно, я... Ага, сюда нельзя. Я вниз пошел. Давай вниз. Блин. Что происходит? Это топится. Ой, ой, мы тонем. Нет. А ну, нет, наверх. Я хочу. Вентиляцию вижу. Давай быстрее. Давай быстрее, меня сейчас потопит тут. А я? Я что сделаю? Точно. Если нет, вышел. То есть мне... А, вс... а как ты... А вот. Закрыто. Тут наверх, нет, там дверь какая-то была. Да ты приду. Там закрыто, я тебе говорю. Что нах. Так, и что тут? Еще одна вентиляция вниз. Куда я упал? Ко мне домой. Я нашел револьвер. Поздравляю. В экран. Какой кейкард? Мы же пропустили? Где кейкард был? Я взял тут карту вообще. Кейкард тейкен. Значит, мы где-то дверь можем открыть, получается. Пошли искать дверь. О, сюда надо что-то. А, вот. Сука! А может я смогу? Ну-ка. Сука! Меня не пускай, там мимо. Я упал! Их-ё! Чёрт, куда я упал? Там бьем. Ну ёб! Это только один, блин. Так. Нормально, бочка катится, это нормально. Ой, куда ты катишься? Там что, сука, спуск, блядь? 104В. Что? Там написано на двери. Я вижу Михаила, и он страшный. Ой, тут прачечные. Слендер. Смотри, там вентиляция. О, Петрович! Да проходи. Да погоди, там еще какая-то вентиляция есть. Можно. А, тут секретка. Тут секретка, погоди. Я прошел куда-то. А, не, нельзя. А там тоже особо нельзя. Так что это. Зашпите вообще бак текстуру. Молодец. Молодец. О, дверь какая-то. Где? Ох, сука! Какая дверь? Где? Где мы ходили раньше? Она закрыта. Так. А, вот открылась. Так, там еще одна дверь. Еще дверь. Опа. Дальше куда? Мне кажется, я открылся выход.
Лифт, что ли? Какой лифт? Просто выход. Где выход? Знать бы еще. Не знаю. Что это за комната такая? Куда идти? Что делать? Я не понимаю. Блин. И дальше. Откуда я знаю? Почему ты меня спрашиваешь? Ты должен знать. Мы должны выбраться наверх как-то. У нас же есть карточка, которую мы не использовали. Наверх выбраться? Второй вопрос. I don't know. Знаешь все. Знаешь все и вся. И знаешь. Делать. Просто молчишь. Ты все видел. Так. Купи дракона. На тень какая. Меня бесит, что иногда предметы мешают ходить. Согласен, очень все накидано. Разломай нахрен. Блин, да, куда идти? Пусть даже текстуры какие-то сломаю, но все равно. Что сделал? Чё? Смыл унитаз. Кто? Кого? Я смыл унитаз, говорю. Зачем? Не знаю. Можно было смыть, я смыл. Ё-моё, чё делать-то? Ой, мне достижение дали одну неделю. Зашибись. Дагдаган получил одну неделю бана. Одну неделю поиграл в Грисмод? Наверное. Я тоже смыл. Может назад вернуться? Как? Там нельзя выбраться. Наверх, мы уже упали. Что же делать? Хрена ничего нету. Блин. Даже не знаю, Миха. Это подозрительная комната, ну блин. Оп! Нет, это манипуляция, блин. Нет. Я думаю, упали вообще. Мы отсюда выпали. Вот. Значит, тут где-то должен быть какой-нибудь выход. Вопрос какой? Где этот выход, только мы его не замечаем. Может, в туалете что там пропустить? Да не толпись! Да я уже 100 раз тут хожу, подумал, тоже там уже тем же местам, я не понимаю, что делать. Да я уже. Не согласен. Может, на кухне что-то пропустили? Стой, а тут... А тут... Я ящики перемещал, ничего нет было. Да блин. Мне кажется, ли мы что-то тут упустили? Череп какой-то. Твою мать! Чего? Вернись, смотри, что там. Там вентиляция сверху. Так я в нее ладил, там секретка просто была, аптечки и все такое. Там тупик. Уверенный. Да. А я уж обрадовался. Я что сам говорил, там секретка. Смысла ноль. Блин, я не знаю, что делать. Сейчас будем искать. О, тут дверь какая-то. А, тут я был. Твою мать, вернись, где прачечная. Сейчас вернусь. Иди, давай сюда. Вот.
Ну блин, ну как так-то? Не заметили, прикинь. Зашибись. Ой, блин. Ой. Ой-ой-ой. Я готов, если чё. Наверное, монстр полезут. Спасибо, что открыли дверь. А я думал, уже все потеряно. Катурка упала. Закрыто. Так. Замки. Найти, наверное, три ключа нужно, блин. По-любому. Нету. О. Может, в писсуаре где-то есть. Твой мать. О, нашел ключ. Нашел ключ. Один нашел. Ключ. Да? А может он сразу все. А, он... понятно. Все равно три ключа нужно найти. Нашел вентиляцию. Я в нее сложу. Нашел второй ключ. О, ты нашел второй ключ. Отлично. О, да. Какой-то путь. Сука. Скример, ёбаный, блядь. Где третий у нас ключ? Вот, третий нашел. Всё. Тебя закрыл. А. Нет, так ты чё здесь закрыл? Не понял. А чё дверь не открывается? Чё? Ты издеваешься, что ли, блин? И так там полдня шастали. А ты тут ещё, блин, это закрываешь меня, чтобы ничего, лишние минуты. Правильно хотя бы ушли. Идём сюда. Любому сюда. Пещера Алекс. Сука. Да, аналы Алекс. Вау. А, ой. Кто в машину? Ну вот. Вторая некрофобия. Да, в общем, это вторая некрофобия. Да. Она немножко лучше, как немножко лучше. Второй. Ой, тьфу. Первый, то есть. Но если бы не такая запутанная система всего, так было бы лучше. Я еле заметил эту вентиляцию. Еле-еле. Да. В третий, думаю, мы будем на более внимательные. А сам был Саня, Миха, всем пока. Всем пока.